Матфея 3.11. У меня недавно было общение с молоканями. Вот, они себя называют духовными молоканями. И, значит, вот, вот что касается стиха Матфея 3.11, я кричу о своде покаяния, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. А, значит, они считают, что, значит, это, крещение в воде покаяния не обязательно, потому что они крещены Духом Святым и огнем. Вот, я читаю толкование, ну, как бы не, этот, не совсем понимаю, как, почему, значит, Иоанн Претичий сказал, что будет крестить Духом Святым и огнем. Сначала, почему люди понимают не как церковное? Отсюда делаем вывод, что они не обладают той тайной, которую Господь открыл верным, что кроется за каждым стихом. Вот они сказали так, хорошие слова, они со зла не сделали это, а желая сделать как надо. Ну, по одному месту Писания это не определяется, при двух или трех свидетелях надо. Посмотрим, 2.38 Деяния апостолов. Что нам делать? И там сидят молокане. Да, допустим. И Петр отвечает, что нужно сделать? Покайтесь. В чем? Они не знают, вот в молокане. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И третье, получит дар Святого Духа. У них ничего этого нету. Для прощения грехов. Теперь они заменили слово там, то, такими, все это подставки сделали. У них прощение грехов где? Спросите их. Дальше. 20 глава, читаем 29 стих. Является епископ Анания. К Савлу, поврежденное зрение. И он говорит, брат Савл, брат, уже братом назвал. Но там сидят молокане, воображаем. Он говорит, что ты медлишь? Встань, крестись, омой грехи твои. Омой. Слово омовение идет значение о воде. Крестись. Речь идет о погружении. Савл крестился. И дальше крестили, где были Инона, где много воды было. То есть им вода не нужна. Почему? Секта. Ересь. Другие-то места, когда будем открывать, то мы увидим, где были люди, где крестились. Мы берем только из Евангелия, и мы видим, где крестились. Вот евнух едет, и с ним, с этим евнухом, диакон Филипп. Евнух уже давно считает это Писание, он ждет Мессию. И говорит, а что препятствует креститься? Он говорит, если веруешь, верую. И оба сошли в воду. Куда? В какую воду? Пусть молокане... Вот молоканин вместо Филиппа молоканин. Если они так же понимают, то легко так подставить. И куда он его будет снимать? С колесницы. Оба сошли в воду. Куда? Во что? Все, тема закрыта. То есть заблуждение. А раз заблуждение, дальше рассуждать уже не надо. Не надо. Зачем? Оправдывает заблуждение, мы православные. Вот и все. А теперь спросите их, скажи, вы признаете Троицу, Святая Троица? Что они ответят? А если скажут «да», скажите, откуда вы это взяли? В Библии нет слова «троица». То есть, ну, все на такой хлипкой паутине построено. Отойдите от них. Скажите, вы понимаете правильно? А почему вы не православные? Они укажут на иконы, на мощи. Ну, вот это вот у вас есть. Ну, и там попы, другое там, одеяние. Хорошо. В Америке в современное время ни у кого из сектантов этого нету. Но в современной только, в Америке, больше 21 тысячи этих молокан разных названий, сектантов. 21 тысяча выстроили в ряд, это длинная дорога покажется. И ни один не стоит в истине, ни у кого нету ни икон. Почему не остаться баптистами? От них адвентисты седьмого дня, от них там свидетели сторожевой башни Иеговы. Почему? Все от дьявола. Дьявол как? Разрушать, разделять и властвовать. И вот это и есть. Они так хорошо поняли. Поняли, надо по Писанию. По Писанию это выходить дверью, пастырь добрый. А Инди перелазит, воры-разбойник, они перелазят, вопреки Писанию. И мы, как от вора-разбойника, отворачиваемся и даем им крепкий ответ. Вот и все. Спаси Христос. Аллилуйя. И дальше не разговаривайте, потому что еретик, написано 3.10 к Титу, говорит, после первого-второго разумления отвращайся, ибо он грешит, будучи осужден, самоосужден. Они сами себе приговор подписали, их уже нельзя не спасти ничего.
все, понял, понял. Да. Так, больше никого нет? Слышно, как голуби воркуют? Вот замолкай. Гуля, 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 Гуля. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром? С миром, Николай Георгиевич. У меня будет вам просьба на рассмотрение. Я записал ролик о моем нахождении 30 лет в прелести в этой системе Порфирия Корнеевича Иванова. У меня есть ролик. И вот хотелось бы, чтобы чтобы люди больше увидели. Можно вам переслать в личку, и вы посмотрите. Если сочтете нужным, то и во свете Библии его пустите. Если нет, то нет. Мне уже выставили это. А, выставили? Да, все. То есть я ничего добавлять не буду. Это ваша биография. Вы пришли к Богу. Остальное не имеет никакого значения. Павел говорит, как он был гонитель, и мы на это внимание уже не обращаем. Мы знаем, что из Савва получился прекрасный Павел. И все. Вы уже все знаете. Чтобы на вашем канале во свете Библии больше людей посмотрели. Никак я не буду вас разбирать. Вы все знаете. Зачем я буду портить? Где-то маленько что-то не так, но у вас нигде нету, что антиспасительное. Что там вы против говорите. Нет этого. Говорит, видно, что человек, который рожден свыше, который страдает от того, что у него там так было. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. Да утешит тебя Господь. Немало не сомневайся, брат. Хорошо, что записал память потомкам. У вас все ладно, ладится. Ну так, вы тем более в молитве. Давай, сейчас... Мы это запланировали. Да, считаете сейчас и псалтырь, и все. Да я вас знаю, это не понаслышке, а лично. Как вы работали, как? Мы каждый день поминаем, садимся, когда я всех поминаю, кто что-то как-то участвовал. Вот я купил мед, а его звать Геннадий Павлович. Я заплатил за него мед, но каждый день поминаю. Есть такие люди, которые как-то участвовали, помогли. И вот мы садимся, когда что-то, картошка. А кто участвовал? Николай Георгиевич Кузьмин. И мы вас... Каждый день поминаем после обеда. Поели и сразу молимся за всех. И ваше имя святое звучит перед Богом за то, что вы участвовали, сажая и копая картошку. Слава Христу, аллилуйя, во славу Божью. Вот это чувство благодарности развивать надо в себе. Мне его дал уникальное. Где бы кто что ни помог, тогда, уже живого нет, за мертвого молюсь. Я молюсь за мэра города, погиб, он помогал, узнал, что он верующий. Ректор, который 18 лет нас считал родными и близкими. Ну, вот так. Поэтому я к вашему выступлению, там, к интервью, которое, отнес с благодарностью Богу, что это есть. Слава Богу, аллилуйя. Слава Христу. Так, еще кому я нужен? Отхожу. Благодарю. С Богом.